ночь. Время, когда все ложатся спать. Не спят только абоненты Триколор ТВ, подключившие пакет «Ночной». Ведь это волнующее, незабываемое зрелище. 24 часа в сутки. Всего 500 рублей в год. И все самые интригующие, сладкие сны вы увидите наяву. Подключайте пакет «Ночной» от Триколор ТВ. Неспокойной вам ночи. Смотрите канал об исконных мужских увлечениях «Охотник и рыболов». Круглые сутки познавательные документальные фильмы и сериалы от известных российских и зарубежных студий. Виды, способы охоты, истории жизни охотников, оружие, охотничьи традиции. Водоемы России и зарубежья, мир подводной охоты, популяции рыб, снасти, наживки, рыбная кухня, а также советы по снаряжению. Программа собственного производства «В курсе дела». Еженедельный дайджест от телеканала «Охотник и рыболов». Эксклюзивные программы, снятые специально для канала «Охотник и рыболов». Профессиональная рыбалка, главная охота и по клевым местам. Будем смотреть без слабой половины человечества. «Охотник и рыболов». К увлечениям будь готов! Нам сюда. Сюда? Хорошо. А где мои деньги? Эй! Деньги! Боже, как это приятно. Джим Брэшер отправляется на поиск самых экзотических профессий в мире. Решил узнать, каково быть рикшей в индийском городе Калката. Я испробую на себе жизнь туарега, ведущего караван с солью по горячим пескам Сахары. Примеряю на себя образ жизни крестьянина с Филиппин. Это не просто работа. Это образ жизни на канале «Телепутешествия Эйджи». Судя по воплям, я переехал собаку. Боже мой. У меня, наверное, несколько килограммов песка в волосах и в штанах. Ну да. Ура! Эй, работничек, вставай. Я на тебя понадеялся, а ты заснул. Ночью здесь были волки и напали на стадо. Ты что, ничего не слышал? Стадом верблюдов в монгольской пустыне. Я оставлю себе половину стада, а вторую отдам внукам. Алтагану или Цолба. Суровые испытания и ежедневная проверка на храбрость, чтобы стать настоящими мужчинами. Я говорила, у него получится. Ты вечно все знаешь. Смотрите на канале «Телепутешествие HD» документальный фильм о воспитании мужества.